Всем привет! Дядь Юра дает краткий прогноз на статистику угловых ударов и желтых карточек матча Бундеслиги Унион Фрайбург. Смотрим угловые удары. Средний тотал угловых Униона в домашних матчах в этом сезоне в Бундеслиге 9,50. На долю самого Униона приходится в среднем 4,62 угловых, то есть примерно половина. Средний тотал угловых Фрайбурга в гостевых матчах в этом сезоне 10,25. На долю самого Фрайбурга приходится 5,25, тоже примерно половина. Средний тотал угловых в очных матчах на поле Униона составляет 8 угловых. Общая средняя по всем позициям 9,25. В этом сезоне Унион после двух результативных матчей выдает серию на тотал меньше 9,5, а Фрайбург наоборот после низового матча выдает 1-2 результативных матча. К этой очной игре команды подошли в противофазах. Последние два очные матча были бедными на угловые в этой паре, и, пожалуй, здесь логично ждать чего-то среднего в районе 9-10 угловых. И надежнее все же, наверное, будет взять тотал больше 7,5 за 1,42 в надежде, что команды не сыграют третий очный матч с малым количеством угловых. Фрайбург последний матч отыграл на 6 угловых, теперь можно ждать хотя бы восьмерочку. Смотрим желтые карточки. Средний тотал желтых карточек Униона в домашних матчах в этом сезоне Бундеслиги 2,12. На долю самого Униона приходится в среднем 1,25, то есть большая часть. Средний тотал горчичников Фрайбурга в гостевых матчах в этом сезоне 3,12. На долю Фрайбурга приходится 1 желтая карточка, то есть меньшая часть. Средний тотал желтых карточек в очных матчах на поле Униона составляет 4,33. Это очень высокий показатель. Общая же средняя по всем позициям составила 3,06. Можно отметить, что обе команды играют очень корректно, но в очных матчах 2 минуса дают почему-то плюс. Хотя предыдущая игра была на 5 карточек, теперь логично ждать все же, наверное, поменьше, хотя бы 2-3. То есть здесь можно играть тотал меньше 3,5 за 1,87. Фрайбург почти все в этом сезоне играет на 3 карточки, а Унион и того меньше. Будем надеяться, что в сумме они не пробьют планку в 3 карточки. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.